Всем привет, меня зовут Илья, и на этом канале я пытаюсь играть на бас-гитаре. Сегодня несколько необычное видео будет, такое два в одном. С первой стороны это обзор педали, обзор прибора делея, и не просто обзор стандартный, как это обычно делается, но и мы поговорим о том, как использовать басисту делей, вообще нужен ли этот эффект, в каких ситуациях его реально можно применять, плюс обзор. И вторая сторона медали, это, собственно, будет что поиграть. Будут кое-какие прикольные вещички, будет немножко баха. И те, кто зашли сюда не посмотреть прибор, а именно поиграть, не знают, что поиграть, то это тоже им будет полезно. Какой-то нелепой случайности мне в руки попала данная розовая педалька фирмы XVIV. Розовый цвет, конечно, может некоторых людей отпугнуть, так скажем, более консервативного толка. Но я не вижу в этом ничего такого, в принципе, меня это не смутило. Но, может, опять же, у всех свой вкус. Розовая такая девчачья педалька. XVIV — это американская фирма. Вот, и... Данная педаль, она позиционируется как уже такое якобы профессиональное решение для использования активного на сцене, но металлический корпус об этом нам, собственно, и говорит. В эту цену педаль очень дешевая, она стоит $39, это 2500 рублей, ну это в США, у нас она, естественно, дороже, можно найти за 3500-3800 в магазинах новую. Пройдемся по плюсам этой педали. Во-первых, простота. Всего три кнопки. В общем-то, для музыканта обычного больше не надо там. Никто не будет особо вникать, ваш слушатель, в том, насколько вы настроите делей. Это главное, что будет эффект делея, и всем будет кайфово от этого. Это аналоговая схема, это не цифровой делей. Он сам у нас делает, моделирует хвост. Всего три крутилки. Первая, самая жирная, беленькая, это тайм. Время задержки. Чем у нас меньше, например, вот так, тем у нас будет возникать быстрее хвост. То есть в таком режиме, там на 7 часов, на 8, он будет работать близко к реверу. Такой ревер на минималках. Далее мы поднимаем вот эту вот беленькую штуку и ставим, кстати, примерно часов на 11, к примеру. Появляется уже такой ярко выраженный делей. У него диапазон от 25 миллисекунд до 600 миллисекунд. Соответственно, дальше крутим выше, там на 3 часа, и хвост будет еще позже возникать. Тут все понятно, ничего сложного. Далее, слева крутилка эхо, и справа фидбэк. Эхо — это громкость самого этого хвоста, или громкость эффекта, грубо говоря. Ну, не знаю, насколько можно это сказать, что это именно громкость эффекта, скорее, как это вот в современных педальках есть ручка микса, когда мы подмешиваем эффект к чистому звуку. Можно как-то, ну, совсем закрыть глаза и представить, что это ручка слева, это микс, как бы, да, то есть громкость этого самого эффекта. Соответственно, чем мы правее выкручиваем, тем у нас хвост будет громче. Это самое такое экстремальное положение. Но обычно ставится где-то там часов на 9, он такой как бы, ну, где-то там на дальних парах. Вот такой хвост. Я пользовался этой педалью где-то неделю и заметил такую штуку, что, короче, если громко выкручивать эхо, микс, то появляются некие шумы небольшие. Но эти шумы хорошо слышны в линию, когда я включаюсь, например, в свою звуковую карту, они очень хорошо слышны, если сильно выкручивать. Но в комбик, когда я включался, было меньше шумов. Но это не так критично, так как обычно этот параметр используется там часов на 9.
Навряд ли вы будете прям хвост делать супер громким, это особо не надо. Ну, часов на 9 он нормально дает. Не так шумит. Вот, и, в принципе, приемлемая тема. Дальше, фидбэк. Фидбэк — это у нас длина хвоста этого, собственно. Сколько он будет длиться? То есть, чем больше, тем он будет, соответственно, в режиме... Да, прям такой типа лупера получается. Вот мы его убрали. Например, мы сделали такую штуку. То есть хвост будет долгий. Но, опять же, положение этого параметра обычно, ну, не так высоко, не выше, чем 12 часов. Это что касается самого функционала. Далее идем по минусам. Есть вот небольшой минус, который я сказал, то, что немножко можешь шуметь на эхо, грубо говоря, в скобочках, как микс. Ну, если я не прав, поправьте меня в комментариях. Плюс данная педаль, у него два, во-первых, вход и выход, моно, нет стереовыхода. То есть мы не можем разветвлить ее, например, или там чистый звук с нее пустить там, на какой-то определенный эффект, а с эффектом на другой. То есть в плане коммутации она довольно ограничена. Но, как говорится, за такие деньги чудес не бывает. Еще раз повторюсь, педалька аналоговая, это значит, что у нее будет неплохая динамика, неплохая отдача. И она будет немножко не то что приукрашивать, но изменять сигнал, да, то есть он не будет таким, каким он изначально, в отличие от цифровой педали. Но это и не то, чтобы был минус, и не то, чтобы был плюс, это кому как нравится. Причина использования бас-гитаристом Delay, на мой взгляд, это освежение своего звучания. К примеру, чисто на своем опыте. Давно-давно я играл в джазовые стандарты. Это было лет, так, наверное, 7 назад. Была группа, мы много играли стандартов. Переиграли огромное количество, там, наверное, под сотку. Что только я не играл. И бывает такое состояние, такое вот, творчество доходит до такого состояния, что ты уже начинаешь вставать в тупик, и у тебя одни и те же фразы, одно и то же звучание, вот эти все импровизации на джазовые стандарты, они очень похожи начинают, у тебя тупик, ты не можешь выбраться из этих своих там 5 фраз и все, что вокруг этих 5 фраз, ну, утрируя говорю. И в таком случае как-то мне попал в руку прибор Electro-Harmonix Memory Toy, обалденная вещь, мне очень понравилась тогда, я начал играть импровизации именно с этим прибором, и... Все по-другому стало, группа по-другому зазвучала, импровизация по-другому зазвучали, какие-то новые идеи в голове возникли. И это и есть тоже, ну, большой плюс. И свежесть звучания, и тебе самому захотелось еще больше играть, да, тебе захотелось и придумать импровизацию с этим делеем, какие-то фишки, это тебя сподвигнет идти дальше. В этом и есть, наверное, для меня первое
причина освежения вот этого вот поиска звука, звучания в целом группы, звучания музыки. И Delay может реально вам в этом помочь. Вторая причина, которую лично я использую по этой причине частенько. Представьте себе, что у вас убиты в хлам струны, вы вчера там отыграли концерт или разобрали какого-нибудь Вутона, играя час этим слэпом, струны убиты просто в ноль, они не звучат уже, звучат как, ну, абсолютно не звенят, нет уже яркости. Но вам нужно сделать какую-то запись, а семейный бюджет просто не выдерживает покупки новых струн за 3000 рублей, и вас просто давит жаба, например. Но нужно сделать примерно, ну, неплохую запись, чтобы она звучала. Ну, красиво хотя бы, чтобы людям понравилось. На убитых струнах играть какие-то сольные произведения, типа того же Баха, будет как-то не так круто. Но в этом случае вам может прийти на помощь Delay или Reverb или что-то такое, тем самым приукрасив звук и выйдя из этой ситуации. Лично я этим частенько пользуюсь, и это катит, и это главное. Последняя, третья причина, как это назвать, если это будет звучать пафосно или не пафосно, не знаю, особый замысел звуковой картины. К примеру, вы ищете какое-то особое звучание. Вообще бас-гитара инструмент молодой, он развивается постоянно, и какие-то новые техники появляются, и какие-то новые крутые бас-гитаристы, и все это развивает постоянно вот эту самую игру на бас-гитаре. Инструмент один из самых молодых, и еще он не исчерпал своих возможностей звука, техник, еще может что-то появиться даже, помимо того, что есть. Поэтому есть люди, которые очень скрупулезно относятся к звуковой картине, к этой, и ищут свой звук. И Delay в этом ситуации может в вашем педальборе сыграть очень значительную роль. В том случае, если группе от вас нужен суперниз, плотный, моторный, чтобы стекла дрожали и чтобы люди просто сказали, вот это низ, тогда в этом ситуации, особенно это в тяжелой музыке можно встретить такую вещь, навряд ли вам пригодится, и он будет мертвым грузом просто. А в итоге, все, что сыграно сегодня было в этом видео, это можно найти у меня в группе ВК, заходите, скачивайте. GTP-файл плюс обычные табы. Баха поиграть кому нужно, очень крутая тема. Лично я сам переносил с фортепиано. Оригинальные ноты этого произведения, я не знаю, скорее всего, нет вообще нот этого. Есть книжка по Баху, игра на басу Баха, но именно минуэта в соль минор ее там нету. Но произведение прикольное. Кто ищет, что поиграть, советую разучить. Есть все в группе ВК. Так что заходите, подписывайтесь на канал, тоже не забывайте комментировать все это. Идеи подкидывайте мне, а то бывает какой-то ступор творческий и прочее. На этом сегодня все. Спасибо, всем любви, доброты, пока.